Я сахавут сирин томоран тымнылах кыгына бүтен, оттон билигин сандал саас бүткелен. Булт алт айлға тақсыр сезон чугахата, оттон мастына кихи тибет сиддері баалды. Бияқы хақавут хирегер баят билағат, оттон онны тиерге аналлах бұттон көрігі күді визді қоттары оңыротсы қыкален тұрауыд. Ол тұхынан бүгін кепсет яқпет, сихили бір яқпет әхеу көрегат сақа қарағанын берейін. Барта мандан оғылдар да чоны? Барта мандан оғылдар. Тоқ бардетал барта емінді мандан оғылдар? Тоқ бардетал барта мандан оғылдар. Я был сокол, я наттах везде хваттары оңыру туақтан сағалам мұтай. Ан маңнай маңнык тәрімдері оңыру идеята Алексей Поздеевтен Новосибирской голорор мастерге күлді. Бастан бұл везде ходу кенеке аңатыға бол баққа бәйті тұқтырыған оңырбұд. Жол кәнне жондар көрін, ұйытан, сәңәрер бұл бұттырын кәнне атыға оңырға дейін сана кейдбі. Онтон жоқызғай қоракқа бұл көлелер оңыру 2017 сырлаққа сағаламды. Сахабут тиригер маннык визди хоттар олус надалах оны тухалах болохтарын өте көрөн Новосибирскеге тиен кепсетен бараннар манна филиалар ерге сүбелехеллер. Тайбуттарын курдук беге бултуттар быт, балык сыттар быт, ырах суола суохны хелектерге олорон долохтоохтор. Бу визди хоттары олус интерьер гиллер оны кырылан сакаастан бараннар. Маңна юта ыйга 2-3 көлөңө холлары бит боллагана билигин 10 визди ходу орон тахараллар. Движение начинается. Нажмите на тормоз. Вот, так останавливаете, переключаете положение нейтраль. Нейтраль? Это, нейтраль. Угу. Все, трансмиссию отключили. И подачу газа, управление дросселем, вот курок. Курок обычно мы нажимаем вот так. Держим, да. Вот, ну, уровень температуры охлаждающей жидкости, уровень топлива, спидометр и ряд контрольных ламп. Слева находится управление блокировкой. Онтон бы везде ход, а тын квадроцикл нартан туху раталагай, гонна туғыну нордугуй. Бастатан туран, бұ септерге балтара литрелях жопон масынатын мотора тунат. Онон атын күйе лаппа бағия. Иккихинен көліхелері намыхақ баттағын нақтар, онын олықан диаметр дақтар. Анан менен бұ әре везде ходтарға оғылдалар. Белдетер дискелерін катары манна байхалар. Үсіхінен бұ везде ходтары бәйвид жомут сағаланы аттан бетер дейері жоғызкаға бар циққатаңалар. Онон бұл көлелер олы сәреллер, бұғатаға онына бігігі дөйді бұл тейіз условиятығар туақтағыр дұрдық барсыр болар тақсанлар. Маннағы филиал директорінен Станислав Соколов болар. Первоначальный этап для по изготовлению вездеходов начинается из изготовления заготовок, изгибы гибы труб для рамы. Труба применяется специализированная, она это холодно-деформированная. В диаметре 38, бесшовная, стенка 4. В основном подготавливаются заготовки, изгибаются на полуавтоматическом трубогибе, распускаются по размеру. Вот. Это вот первоначальный этап подготовка заготовок для рамы. Следующий этап – это станок лазерного раскроя металла. На данном станке мы изготавливаем также заготовки для производства рамы и конструкции, несущей конструкции вездеходов. Также на нем делаем раскрой дисков, колесных дисков. То есть диски делаете сами? Диски делаем сами. А кондукурашчилар, бу вездеходка, бу колеголерин дискаларин, бейлерин ролларе манна. С какого металла сказали? Это сталь СТ-3. Бедлоки исполняются из сталь 4 мм, толщиной 4 мм бедлоки. Конус диска изготавливается из листового металла, стенка 1,5 мм. И середина ступица диска изготавливается из 8 мм. Как он говорит, что дарь белигим бу темиринам бахар лазерный станок, как он туравут? Дрова. Дрова. А ты к солным кем гений? Коля демин. Коля. Дядя Николай. Манна туу бухаганы. Кратак кэпсяда кодашчуда бидиге. Манна тимир Ильис бухавут. Обычный тимир Ильис СТ-3, нержавейка, латунь, алюминий. Бу билигин хатачы? Билигин хатачы бу 1 мм дах нержавейшей лис. Она бу
эмблема утун, бывают блин. Дела. Техника. Бывают кадры блин. Кадачулер, их характер кадр эмблема то ряд таксира. Вот блин, а ну я вот нам брата компьютер где хирен турар. У оператора блин кнопка на батами стадане, лазер кален, бывает мечта. Дистанционная ведь тема ты. Дистанционная. Дере билеген бу лазер. Просто барта. Kalau untuk laser, Allah agaknya harus pindahkan. Hari ini berharap untuk berhemiste. Mana bu? Emblemnya uzai bela. Mana jemin debat? Bidah tadi ni. Bidah. Bidah tadi. Mana mana uzai dijokokalah segaranya. Что касаемо диска, сейчас мы применяем полимерную окраску собственной печи. Стоит печь для нанесения полимерного покрытия. Это не обычная краска, а полимерная, которая запекается при температуре. Порошковая краска, так называемая. И также мы ее применяем потом в процессе изготовления рамы. Дядя, а там солнце кем делай? А мин Игорь Антонович тем. Игорь. Дядя Игорь, бу то как ту бы на хирке калентура вот и капсара кугастик. Бу благодаря это борсуде так на ох, порошковая покраска, будискала бытен, деталь бытен, рама бытен, не только парти металлическая деталь бытен, бартен порошковая краска на краску. Лата бартен банда краска ты была хоть ты. Ага. Когда краска на рей, ям баран туго на дыхате. Краска пульта. Бу краска пульта. Кто была на статистической туго на электричестве улелир. Побрал Побрать порошок, сухой порошок, он металл габет, он притягивается к нам калор. Он охоко габет, он охоко габет определенная температура полимеризации брар, он габет же, он уже катан такар. Ты хер катари, он эти охоки игр? Тюбген, а как минута? Вот это манда бен, мы делаем ты хер было. Манда делаем ты килл там таста. Катан бен, как бы ты билерином ду, кибере билер кинг ау. Вот это билер кинг. Вот он, извини, везде ходу, бояр, луны это дуары. А, луна бы. Пока хох ты бояр. Это был мустахтах, да. А, бояр, не вижу мустахтах, мандажи. Вот он, думал, что он там любит. Вот это да, да. Бояр, тебе тох пар. Это бояр, там скидка. Скидка, я буду пар, да, скидка буду пар. А так, бы, Клюхет искать не бартын бояр, цвар плавно, вот это, кити. Бартын, ага, те лазерные станок, бартын, детальдерин бартын бояр. Он на манеже бартын сваркалан таңанда харавыт. Вот эти обшипкатын тугун хаттан лагаты пластмас патты, да? Пластик ты? Тох, эпоксидный смоланнан он на блиток стеклотыкан бұғы тарқы обыра. Бұл мантан тох матрицаға келеденен оңғылдан таққа. А, маннык тохтан олады баяды оңғылдан таққа. Ага, он на те тох эпоксидный смола закастывыт, он келеден формаға, келеден оңғылдан таққа. Барта мандан оғылар дұш жауына? Барта мандан оғылар. Тоқ бар деталь барта еменді мандан оғылар? Тоқ бар деталь барта мандан оғылар. Сварной деталь барта мандан оғылар. Олон күнді көрәшчілер қарқағы нейін бұл туға дендер, қарқағы дендер, туға болар. Апшипкатын. Апшипкатын бұл мандық материалтың бәлерін оғылары бүт. Тоғында үксіте, стекловолокноттан үксе бұл в Туагар дискалдыга тие барата мандан оғылдар өрт. Вот подготавливается заготовка. Основной несущей конструкции это так называемый наш крест, мы его называем. Но это основная рама для вездехода. Также подготавливаются мосты, собираются, устанавливаются блокировки.
мосты приобретаем в основном, это УАЗовские, это новые запчасти в основном применяются. Но джимовские мосты, Сузуки Джимни мосты все-таки со вторичного рынка Японии приходят. Билигин бул вездеход араматын көрөбөрөн эхебит. Жабутурар, вездеход бут тугадя жаджамата дияка. Ну, пожалуйста. Следующая позиция, да, в сборке, это стапель. На стапель, чтобы создать геометрию всей рамы пространственной и несущих узлов, устанавливается все на стапель. Это все устанавливается по всем нормам, чтобы, как говорится, геометрия рамы была, как говорится, до доли миллиметра выверенная. Говорится, чтобы машина ехала ровно, прямо, не боком и так далее. Устанавливаются определенные места, ложементы, мосты, уже подготовленные, с блокировками, собранные полностью. И производится соединение нижней части с верхней. Следующий этап будет сюда установка силового агрегата, двигателя и автоматической трансмиссии. Ну и сборка будет идти по нарастающей. Следующий этап сборки – это уже установка систем, тормозной системы. Все тормоза дисковые у нас применяются, рабочие цилиндры заводского нового исполнения. Устанавливается система питания, устанавливается бак на машину, изготавливаются все бензопроводы, подсоединяются к двигателю, устанавливается радиатор охлаждения, система охлаждения, доделывается, устанавливается карданная передача. Вот, сейчас мы применяем карданную передачу на крестовинах, применяем карданные валы УАЗа. Вот. После этого будет следующий этап установка электрической системы управления квадроциклом. Такие как там запуск двигателя, настройка корректности работы и тогда водка тормозной системы, система охлаждения, чтобы вентилятор там рабочий поддерживал рабочий температурный режим двигателей, ну и так далее. И основные уже ходовые. После этого устанавливается обшивка, оперение, изготавливается кузов, устанавливаются багажники, и уже следующий этап – это ходовые испытания. Вот, перед отдачей клиенту. Некун дюкарашчудар, билигин болла аны бихиги бу улехеттерге келді бит. Онна, там билигин капсияхтара. Дураба, атын холын ким ене? Михайлов, Алексей Горович. Алексей, жара, бу тугон орауны еманна хылын хорун тугой. Бартын оңынам. Бартын ден холыр, манна именна манна билигин чолан тугон орауны. Бақ тұрғырыбын, онына провокка еңкімейін, мелкай тоқтырым бартын оңыл. Бағын объема қағай бұл моделге? 39 тақ. 39? Ол хен түхі өлбәк қайты ері? Балтыра күн жағын. Балтыра күн спокойында жағын. Онтын, мен өлі әудің түхі әрәтті? Мен қарамынна кетті. Ол ата 147 түхі болады, да? Бәсі салым. Ота хен жон түхі ақы астық болады. Осында маны ән кемек қағы бәлің әтей маны техниканы? Маны жаны түр жаны өрітті. Үлхет жаны. Үлхет бұлтшыттығы. Анна тұққа ән көмес ең көсті көрді жаны ән. Аа, күрдіктаны. Өті бәйәғар барды маннық сәп. Ох. Онтан бұланық, бұланық барды. Ұлған нағы. Бұл табақын ал табақында. Так, оттан... Бұл... Оттан кәлін туы қиын болуын әпті бұл қолығыр. Қандары көріні харбытым, қолығыр от оқсор ейін, қомуяр ейін, тұрырық қоқ әпті еттірі. Ол күрдік түу? Так. Жетің ондық тұрырық. Әтін, итак, оққыл елілер қырапқа ең соғылла қайынлар. Итак, тұған алар де. Оты бас спокойны соғыры болу. Так, ат қырапқатынан қайыр, қомуяр. Кәхілі біт оты соғырды? Так, аңырадылы, астыроқа әп, от түгірділі. Отты тұрдылы қаямыран.
там от и наглад на хамби. Сан наглад. Улахан это гайба к нам. Улахан улахан тон на лавот гайба это конечно вот так. Он тон на гайях он чему голову вас то хаба. Сара. Да он от чуттар бук чуттар кус чуттар. Ты же на усенен кухан волла исте хирге. Да во абр Аллах. Хептер бувалдыр бит. Сокол. Ото мантакайын тох бол батага. Обычный квадрат цикл был батах. Бияны бу курдук мантын уже тох бол бит. Почти машина курдук бола батта. Күйүнен даганы тугунан мотора тох мотора турур. Один анза болтаралак тур. Пробокс машина ген. О, Toyota Probox. Осы бес машина алар. Японская машина. Онан бу мотоцикл ием бол батах күндү көрөчүлөр. Мынтын уже тон күйүнен уже машина курду болан такар. Тон машина болла уже. Просто тугара хок. Кабина то хок машина дияк. Эн сылын соругун манна хадачан тугым. Туук чага керек беттигин. Тон завершающая дигу дуга ошибкатно отдугун хогут тугун. Тест дигу дуг орон. Хогут тугу мен. Үтән көрәһенә мен үтән көрәһенә таҗа. Тон үтән көрәм белеп килеп. Тон хамы түргәтә түргәндә төһә бит бу гастан көп дигәндә. Тон уоттар, конечно, трассага разгене тон гыдыл разгенесең нәрсә джипына. Гынам баран нук баран нук бар баттарын бир. Где-то в среднем 50-60 максимальная скорость. Тон тоо онны бары ук тахмын баһарган. Тон бу көлеһе тулган булды. Өлеһен короче, это была машина на скорости аналогового. А ратур гэнэг баддах бэна, улата кэлюхэм аджанан алгэн хэпти? О, кэлюхэм аджанан алгэн хэпти. Лохам болан биэнэлэд бэ. А. Траса хэм бэнэлэд бэ бэхтэн. Биэнэлэд дэн улата кэндэрю кэрэшчэлэргэ бэхарэм бэрэр улата. Бату кэлюхэм... Манна гэлэвэр манна лигэнэ кэдэрю хэрэр. Кэлюхэм улахан дэп болан лохам скорости тох бэлэ. Онна шина низкого давления вот тебе гене. Тох скорость большая усе на шины низкого давления на скорости не просто на чем короче. А лата ты хотя бы будь не гин, тем более асфальт холодан газ ты хоть так. Потом алтон мне индел. О, то того не хускали. О, барарым барар ба просто. Он мандыгал лахатна на Каракат бочаир на газ тавакит. Аргин Аллан биохон алтон. То вон на бу асфальга на мата хеп болла. Именно бадранга, харга, уга ан Аллах болла вот та. На мандык ого холлан баран. Бүтэ хегер бу мандык болан тахар бу везде хопут. Данная модель у нас идет под индексом Сокол, Сокол Про Плюс. Комплектация этого вездехода, двигатель 1.8 объем, марка двигателя 1ZZ, автоматическая коробка передач. На этой машине установлены мосты УАЗ Спайсер с межколесными блокировками. Бак, топливный бак установлен на 53 литра повышенной емкостью. Также по трансмиссии на этой модели устанавливаются межколесные 100% блокировки с электрическим приводом. Также комплектуется эта машина заводской шиной производства «Автороз», размерность 1200x600. Я бы курдук цех и хинкорен истен баран, а на тахаджа тахаран бейбит тургутан көрерге бахаран. Дело кунду крашчилар, билигин бу соколлары тан аяннан көрөк бит, тахаджа, хайда хиджаларын. Отоны бейм урулго олордуп диякка, тауны билигин көрөк бит. Кистабекке тэкка, мандык бизде ходу алмаң мейгі урулгур боламын, каратык долгую ота бар. Онтон верен нақа, ұйтарге бер судурге бит. Ого хылджан мотоциклнын отту, серасты хылдуып болан, сен удумағалақпын. Уратыта ден автомат коробка болан газ торма сыраваттыйын. Арай габариттары лохана юрия осуох кехіне салындара. Дәне күнді көрәтчілер, білеген аны бәйім іле ұрылғы олардың бұ везде ходқа, оннаттан білеген қалың қарынан, хасқы қарынан баран көреп. Дәне.
Қарынан олыс әрәлі әқтік бар әрі дейді. Арай бұманына сәріқәтеген қарға батылыр әрі. Онтын бары бәйім құрттынан ғаста бақ олыр мұқпын. Бары соға ғастан берек қана дейді. Морыз блокировка құрысыз. Газовать можна? Десінне ағынатшы ғаспын әппетін көліне көлем әрәлі әқтік салғы барда. Күнді көрәсшілер, бүгін болағана бұл маңды күшіғай әптері көрді бүт, ұғытанды көрді бүт, қарустың. Хамы хақа нұрғатығыр аналлах күшіғай әпті бүт айылға құджарға. Тон, онына әтәңгі болың, аңғысқы беріге көрсіғақа жері.